И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Lost Ark — это фэнтезийная MMORPG-игла. В ходе игры можешь создавать множественные локации и проходить увлекательный сюжет, выполняя задания. Для любителей PvE лезть в различные типы подземелья. Игрокам предоставлена ваша возможность проходить скрытые подземелья, использовать интерактивные объекты и сражаться с боссами. Сторонники PvP могут сражаться на аренах. Заходи и играй. Ссылку я оставил в описании под видео. Всем привет, с вами снова я, Black Falcon. И сегодня мой бой, который пройдет 5 маута. Одно время уже Колби Ковингтоном и Ховахи Масвидалем. По моему мнению, шансы 70 на 30 позже Ковингтона. Но я думаю, что победит Масвидай нокаутом в третьем раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердишь, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком. Выложите свое мнение по бою в комментариях и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень помогает развитию канала. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграм, ТикТок и Инстаграм, там бывает интересно. Ну и по желанию, можешь пожать канал донатом. Желание всем благодарным. Все ссылки в описании. А мы начинаем нашу траншедаж. И первым в октагон выходит Хорхе Геймбред Масвидал. 50 боев, 35 побед, 16 нокаутом, 2 сдачи и 15 положений. А вот выходит и его оппонент, Колби Хаус Ковингтон. 19 боев, 16 побед, 4 нокаута, 4 сдачи и 3 положения. Даже встать ставше, и руки у него длиннее на 5 сантиметров. Я бы сбавил по членам всех участников данного поединка. Рефери Ив Шавалин. Сначала нам подсадают Масвидала. И за нам подсадают Колби. И также это не были двушедами. Но сейчас они сильнейшие враги. Прошел у них конфликт, очень много было сказано. И говорят даже, что после боя друг друга луки жать не будут, но посмотрим. Саша, давайте напомним ваше правило, и мы начнем. А тут даже у нас пожали луки перед боем.
Первый раунд. Погнали. Неплохо. Вот смен. Попыт тейкдауна от Корби, но она неудачная. Попытка бактишка. Неплохо. Да, это Масвидаль. Попытка тейкдауна, и она оказывается удачной. Атакует сейчас Колби. И попытка болевого от Ковингтона. Посмотрим, чем это закончится. Тяжко на Судану, но все-таки он выбивает. Где у нас Колби? Ничего не дает сделать Масвидалу. Восьмен. И рефери решает поднять бойцов стойку. Бой продолжается уже в стойке у нас с вами. Лоу-кик. Попытка тейкдауна. Неудачно. Восьмен. Снова пытается тейкдаун Ковингтон. И у него снова не получается. Атакует Ковингтон. Клинч. И пока что сюда неплохо защищается от тейкдауна. Мимо. Подошел Колби. Тоже на вас ожидая. И все, бой окончен. Нокаут. Вот это да. Нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как бой пойдет на самом деле. Ты же точно дал челюсть и все. Победа на каутах в первом же раунде одерживает Хорхе Геймблэд Масвидаль. Ликует Масвидаль. Статистика поединка. Коэн попал 36 ударов из 56. Масвидаль 32 из 54. Почему 10 из 27 Колби, 18 из 35 Ховахи. По трекдаунам 5 неудачных попыток у Ковингтона. Масвидаль не проводил попыток. Контроль минута 0-3. Минута 3 секунды у Ковингтона. 11 секунд у Масвидаль. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.
Ведь это очень сильно помогает вашему каналу. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграм, ТикТок и Инстаграм. Там бывает интересно. Ну и по желанию можешь поддержать канал донатом. Желание. Всем спасибо. Все ссылки в описании. Всем пока.